Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Co se děje, pánové? Что случилось, господа? Надеюсь, вы не зря пригласили меня прилететь в Европу. У нас появилась возможность выиграть Вторую мировую войну для Гитлера. Мы можем представить фюреру водородную бомбу. Завтра утром я обожгусь чаем. Ян Бурош, Петр Костко. Также снимались Юрий Совок, Владимир Меншик, Мария Разулкова и другие. Роли Гитлера, Франтишек и Витена. Карл Свобода. Оператор Ян Калиш. Режиссер Индрич Полок. Производство студии «Барандов».